Идет, значит, молодой сталкер по зоне. Тут, бац, рощица. Или маленькая, а на карте ее нету. Ну, зеленый туда-сюда, как быть. И соваться стрёмно, и как лучше обходить, неизвестно. Тут глянь, мужик какой-то неподалеку маячит. И ни на долговца, ни на наемника не похож. Обрадовался, значит, молодой к нему. Так, мол, и так, а не подскажете, как бы мне рощу вот эту вот обойти? Тот и говорит: мне тоже в ту сторону, пошли вместе. Идут себе, хорошо, спокойно идут. Молодому скучно, он и начинает подлизываться. Вот, значит, здорово, как быть тертым сталкером. Не шугаться от каждого шороха, оружия не таскать много. У мужика того и правда ствола видно не было. Ну, тот, стало быть, начинает ржать. Да кого тут вообще бояться? Как кого, удивляется молодой? Ну, это монстров, контролеры одни чего стоят. Мужик так помолчал и говорит обиженно: дурак ты, если б сказал зомби или кровосос, но нас-то, контролеров, за что монстрами обзывать? Заходит сталкер в бар. Бармен, дай чего-нибудь пожрать. Бармен, значит, начинает: ну вот, сегодня есть глаз плоти в томатном соусе, жареные лапки с норков в томатном соусе, из рыбного щупальца кровососа в томатном соусе. Сталкера аж перекосил. Ты, говорит, чего это вздумал? Людей травить? Бармена тоже перекосило. Кто, кричит, я? А сталкер: а что, я? С грибным соусом давай. Какой нафиг томат?